Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня к вашему вниманию представлены боны разных сторон, которые будут продаваться у меня в Фейсбуке в группе с продажей монет, марок и бонов. Вот. Кому интересно, можете перейти по ссылочке в описании. Вот. И надеюсь, что-то вам пригодится, вы меня приобретете для своей коллекции. Итак, начнем наш быстренький такой вот обзорчик. Первая у нас такая интересная бона, это у нас Нигерия. 5 найра. Бона, кстати, такая вот пластиковая. Вот. года. Вот. Здесь видно, что прозрачная. 5 нари. Центр Банк оф Нигерия. Такая вот интересная бона. В идеальном состоянии. Другая сторона у нас вот такая вот. Центр Банк оф Нигерия. Найри Биару. Такая вот интересная бона. Я думаю, будет интересно кому-то заиметь себе в коллекцию. Ссылочка в описании. У меня в группе будет выставлена. Можно будет приобрести. Следующая бона. Тоже такая экзотическая. У нас редко у нас можно ее найти. Вот, я думаю, в Украине, по крайней мере. Ну, может и не редко, вот я ошибаюсь. Это у нас африканская вот такая бона. Это у нас страна Эритрея. 1 Накфа. Бона в отличном состоянии. Оригинал. Он видно килограммы у нас верблюда. Вот. Такая у нас другая сторона банкноты. Банк оф Эритрея. Такая вот интересная банкнота. 1 Накфа. Вот, кому будет интересно, можете приобрести меня в группе. Повторяюсь еще раз. Но банкнота довольно-таки прикольная. Вот. И, я думаю, будет хорошим дополнением чьей-то коллекции. Следующая наша бона. Это у нас уже бона 1919 года. Польская. 100 марок сохраняется у меня в файлике. Края немножко, конечно, загнуты, но так состояние просто идеальное. Вот, оригинал. Видно водяные знаки. Вот. Такая вот польская бона. Где у нас там, чтобы не сильно отражалось, вам было видно. Вот, показать мне вам ее тяжело. 1919 год. Я думаю, как бы украсить любую коллекцию, кого интересует. Вот. Польский краева коса польского. Такая вот бона. Кому будет интересно, ссылочка в описании будет выставлена у меня в группе. Практически идеальное состояние. Есть посередине изгиб. Но я думаю, для такой боны это не критично. Так, следующая наша уже более такая простые боны. Это уже у меня были на обзоре. Это у нас Китай. 1 Фэнь 1953 года. Вот так званый грузовик. У нас здесь изображен. Бона такая вот небольшая. Такая вот интересненькая. Состояние просто отличное. Края не согнутые, нигде не согнутые, не перегнут. Вот. Бона должна быть оригинал. Попали мне они в руки. Просили их реализовать. Следующая наша тоже бона китайская. Это у нас 1 Дзяо 1980 год. Так, этническая группа Гаошань и Маньчжури. Состояние прекрасное. Края все в идеале. Нигде не загнуто. Вот. С другой стороны у нас такая вот она бона. Год 1980. Такая вот идеальная бона. Вот, кому-то может интересно в коллекции. Следующая наша бона уже не уже в более таком хужем состоянии. Вот это у нас 100 лир Италия. Джузеппе Верди изображен. Вот. Верди он надпись. Банк де Италия. Вот у нас лира.
итальянская. Следующая наша бона уже была у меня тоже на обозрении. Это у нас Индия. 10 рупий. Вот. Изображен Махатма Ганди. Бона в неплохом состоянии. Есть изгибы, но они выправятся, если положить хорошо книжку. Вот. Ну, вот такая вот интересная бона 2014 года. Кому интересно, можете себе заказать коллекцию у меня в группе. Следующая бона, это у нас уже идет Египет. Египет, это у нас 1 фунт. Фараоны на скале Абу Симбел. Вот у нас на второй стороне изображены. Вот. Бона, конечно, такая вот потрепанная временем, но все-таки как бы какое-то коллекционное состояние, коллекцию можно будет кому-то положить. Кто у нас начинающий, кто хочет пополнить хоть каким-то бона оригинал. Вот тут изображение фараона видно. Вот. Кто хочет себе пополнить коллекцию недорогими бонами, можно будет приобрести мне в группе. Так, последняя, предпоследняя, ну, в принципе, последняя бона на сегодня. Это у нас 1 рупль 1992 года. Это у нас Латвия. Вот. Такая бона, конечно, ушатанная. Вот. Ну, я же говорю, кому-то в коллекцию, какому-то начинающему коллекционеру очень будет интересно собрать всякие боны. Таких уже их, в принципе, очень тяжело найти. Если и найдете, то будет цена очень дорогая. Потому что бона уже как бы не в обиходе. И уже не выпускается. Ну и напоследок у нас уже не бона, а как бы благотворительный билет. 3 рубля. Советский детский фонд имени В.И. Ленина. То есть билета 3 рубля. Спасибо вам за ваш взнос и 3 того города семейного детского дома. Вот у нас идет Советский детский фонд имени В.И. Ленина, второй друг, 1988 год. Здесь у нас написано, вот такой вот у нас благотворительный билет. Можно будет приобрести тоже себе в коллекцию для разнообразия. Вот. Всем спасибо за внимание. Все видели, какие боны есть. Все будут выставлены в группе. Вот. Не забываем зайти. Подписаться в группу, поставить плюсик и монетка, бона ваша. Всем спасибо за внимание, всем пока.